Больше 100 уроков мужества, праздников и диалогов с молодежью в этом году провели серебряные добровольцы Ленинского района. Сегодня подводят итоги и награждают лучших. И обществу это необходимо, и, естественно, ветеранам. Ветеранам есть куда отдать свою доброту, опыт, силы, внимание. И им приятно, когда этот труд их замечает. И вот сегодня как раз это мероприятие и посвящено «Мы замечаем». Видит народ, как они работают. Сейчас в Ленинском районе больше 300 серебряных добровольцев. Помогать новосибирцам и городу хотят все участники ветеранских организаций. Поэтому волонтером становится практически каждый. Серебряные добровольцы уверены, их работа полезна и интересна. Главное – не потерять связь с молодым поколением. Мы, наверное, еще рожденные в том веке, в 20 веке, когда мы были октябрятами, пионерами, комсомольцами. Поэтому у нас оно заложено, можно сказать, от наших родителей, от наших бабушек, прабабушек. И поэтому, выйдя на пенсию, решили заняться такой общественной деятельностью, такой благотворительностью. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.